Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Кого хотите, ребят, на ком сыграем? Вообще на любом готов сыграть. Погнали, начнем смотреть неделю, в том-то и дело, да, вот что вам неделю делать? Вот что реально неделю делать? Вот непонятно. Четыре хотят дробителя. Верите в пиратов, да? Ребят, а тогда покажите, какие вы пираты, если так. То есть, пиратский смайлик, знаете, ребят? Пиратский смайлик, можно его в чат? Ну почти, почти штопик, было близко. Тоже подойдет, но я про этот смайлик говорил. Let's go, let's go. Ни с кем не планируешь встречаться, да, в аэропорту через сколько-то часов? Муж купится, подумает, ничего себе, он важный. Как я выиграть мог? А, если... Он первый атакует, не, подожди. А, ну да, он первый атакует, типа так, атака идет, потом у него 1-2 ударяет в гусыню, гусыня что-то делает. РДУ. Так, я вообще лочил вот этого чувака. У меня такое, кстати, начало под зверей каких-то идет. Ну, обилка, теперь я тут капитан, вербую пиратов, получать золотое, как будто что-то полезное. Ну, не могу сейчас, да, я, вообще, могу, но как будто нет смысла, я же не буду сразу ролить. Как будто я вот этот двоец пока заберу. И залочу. На следующий левел забрал, может там ролл сделаю, там уже что-то покруче будет. Будешь, да, а что сразу жить-то с кем-то? Может там реально ни с кем не буду жить? Может мне прям соул номер снимут? Вы тоже, ребят, если что-то будет, такие, ой. Ну, на трансляции такие, вы говорите, ой, где там Арслан? Он же там самый важный. Самый важный, самый классный. Так, больше пиратов нет, да? Ну ладно, левел, ролл. И монету еще забрал. Подождите, тут вот это вот неплохо. Может, что-то по-другому сделаем? У меня есть вариант сейчас продать, купить, продал, забрал сразу тебя и монету, да, завязал. Типа вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, ты ничего не ролишь, ой, ты ничего не лочишь, и все вроде круто. И вроде, ребят, все круто. Let's go. Вот реализовали. Вот и лок неплохо вышел по итогу. Куда чистрим будет собрался? Инестом. Там вроде РДУ и Влад. Я лохматую кочерышку не буду видеть. Ну-ка, собрался, и долго твою лохматую кочерышку не буду видеть. А, по идее, ребят, вы меня не будете видеть примерно... А кто будет за комком присматривать? За комком девушка останется, будет присматривать. Вот. Короче, не будете меня видеть примерно где-то неделю. Но в то же время увидите меня там, получается. Ну, то есть... На месте в дубах. Почему каждый раз удивляетесь, я не пойму? 500 раз уже говорю. Нежить всех пробивают. Арс, привет, это твой тренер. Блин, Найс дэмэш нанес, конечно, своей шлопайки. Да. Нужно было выиграть. Я уже чувствовал победу просто. Не так плохо вроде даже.
Вот так вот. 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 А, здорово, аноним. Сейчас. Позже вставлю трек, сейчас знаем, услышали я или нет. А токен. Слушай, звучит как будто что-то я. Как что-то, что я впервые слышу, так что. Смей предположить, что нет, не слышал. Зунчик. Отсуди, так там чела так называют этот, в смысле. Ну куда наверное, ладно, вот так сделаем. А, так, есть Элайза. Давай так сделаем. Хотим продавать монета, забрать паразиметальный вертак себе, да? Корпус сразу сделаем. Есть монета, забрать что вроде бодрости. На 15 пробил, то есть это сильно. А, ладно, это не так дорого. Прикольно, конечно, эта штука бафается и бафается. Посмотрите на нее. 5 здоровья стало. Дальше, смотрите. Бам! 8 здоровья. Бадыщ. Нежить. На прошлый ЛЛ вышел, он не смог ничего сыграть. Дэм. Дэм! Ладно, хочется еще крутить. Герой поблагодарил существо за помощь и простился со своим другом. Жило-было одно маленькое существо. Гутак, гутак. Возможно, еще одно мокмолока заберем. В принципе, не так плохо, как будто здесь. Так, Рамен, спасибо. Спасибо еще за $2. Ладно, хз, я попробую. Возможно, если стелла тебя ставить, возможно, стелла Жене поставить. Может быть. В принципе, Маглок сейчас неплохо тем, что это четвертый дроп сделали. И таким образом, опять же, как вот в прошлый раз делали в прошлой катке, можно все еще найти себе штуки, типа звезды Родео, прокрутить и оттуда найти очередь, которые позолотят Маглок, а сделают его золотым. Так, 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 сейчас, секундочку. По трекам дальше ставлю. Опа, let's go, let's go, let's go. Да, давай, твой трекич. Ну, кстати, сильно. Поточка пока не очень хорошо, если честно. Прям вообще нехорошо, ребят. На одном здоровье выжил. Клатч. Окей, let's go. А, из Дубая ты сейчас добро будешь водить? А, в смысле, да нет, там вроде так нельзя. Насколько я знаю, так оно не работает. Найти
Да, это как карта какие-нибудь прикольные-то. Ну, пойдет тогда хотя бы лавлапнем. Ну, типа пара, но дайте что-то получше. Здоровье можешь забафать. Я могу... Блин. Бесит. Я могу продать что-нибудь, еще одного пирата продать, ради того, чтобы поставить мрачные глаза, чтобы в конце хода забафал, ну, типа, трубадуром, но... Я просто в это забафал, и все. Эту штуку вообще продать хотел давно-давно. У меня просто вместе работают. Не нафиг, короче, этого Мурлока. Очень дается, но я так их выкупать не хочу, очень дорого. Посмотрите, поставил чуть пораньше, потому что сейчас отсюда упадет этот... Шипа-ведьма. В скобочках сюрприз менталь, пожалуйста, под это все дело. Опа! Праздный менталь. Стойник! Вот стойник! Тоже хорошечка для него, ну ладно. То хватает ему, и я вся лузаю. Ну, такое, конечно. Арслан, кого из оппонента больше всего на турнире боишься, и почему Райзека? Так я с ним, ну, лететь буду, так что... Опасно. Мало ли что там вздумал. Я не могу его брать, ну дайте что-нибудь прикольное. Гонер, все-таки пирата раскопаем. Да блин, fuck you, короче. Я могу собрать трепец ментали, поставить босса жабры, никогда не ставить босса на стол, тогда он никогда не забафается, да? Короче, ладно, все, вот это вот мы. Дайте что-то сильно, дайте хороший сетап, ну что за мусор? На столе у моего противника. Ковка. Будешь тратить вытащить золотой слиток. А там типа выдают, что ли? Где я золотой слиток-то возьму? Если этот выдаю, то я... При въезде, то я, конечно, заберу. Ладно, всту, уходи. Опа. Ну все, ребят, это first. Это first.
Блин, я надеялся на лучше, конечно. Я, конечно, ребят, надеялся на что-то получше. По-моему, стал слабее. По-моему, просто ослабился. Четная сила, да мне плевать, на что она четная, нечетная, она просто слабая. Ага, у кого бран больше, чем? Подожди, ты забахал своего пирата, когда у меня пиратов куда больше, чем у тебя? Как вейт. За ты еще не качал, лобби еще. Да, я только пытаюсь выйти во что-нибудь. Хочу пожелать тебе удачи на туре. Ничего себе, 7. Главное, опайся всегда без карт в начале и делай почаще рул-ролл. Понял. Понял, Свеклов. Так, записал. Вывапай, нет стола, вывапай, и дальше начинаю роу-роу-роу делать. Топ-2 остались, опять же, никого, ребят, нет, еще никого не встретили, ни с кем не поиграли. Играл. Ой, так, я даже не знаю, пока что мне надо. Ну, в смысле, я знаю, что мне надо, но я не знаю, смогу ли я достать то, что мне надо. Хорошо будет сейчас. Все у нас получится. Все здорово. Все классно. Можно ли пробовать не вылететь? Вот чуть-чуть не вылететь, пожалуйста. Блин, я вообще не собирался играть. Было это четное. Но походу теперь собираюсь. Да, много сотов это было, понятно. Пишет, что он может справиться с ним. Пишет даже, что шансы неплохие с ним справиться. Мне нравится, когда шансы неплохие с ним справиться. 37 там было, кстати, направо, так что было бы тоже неплохо. Так, атакует, там призывается сейчас один. Сейчас мы направо. И ты тоже направо бьешь, и мы даже и побеждаем. Ну хорошо. Это для меня еще тоже победа, потому что время явно на моей стороне. Явно, ребят, время на моей стороне. Это let's go. Это let's go. Это еще как? Let's go, ребят. Это нереально, let's go. Опа, опа. Ну хотя я мог его в руку вернуть, а потом снова разыграть, потом снова в руку вернуть, снова разыграть. Чисто читами. Надо было проиграть чуть-чуть. Все круто, ребят, все нормально. Пам, ни одной четной карты, как так? Так. Окей. Окей, так. Поставил. Пам-пам-пам. Забрал, поставил. Зародео. Раскопочка. Такая штука, допустим. Поставил, продал, поставил. Дал стенку, ролл поставил. Пам-пам-пам. Собрал его триплет, смотри, что прокает, там еще что-то не в руку дается, не так важно.
Поставил за Buffalo Row. Пам-пам-пам. Что-то еще там поставил, допустим. Я что-то еще не купил. Ладно, я хотел чисто от Лероя расставиться немножечко. Я... Ой, что-то не так, как я хотел получилось. Ой-ой-ой. В голове у меня намного лучше все выглядело. В голове, ребята, у меня все намного лучше выглядело. Бабку я поставил, ребят, на будущее, если что. Она должна была быть, ну, чуть-чуть позже должна была пригодиться. Здорово, ребят. Приготовщик, здорово. Я заберу, короче, на случай, если мы там ничего не найдем нормального. Опа. В этот раз, ребят, тактика лут. Let's go, let's go. Нас обработает. Подожди, деньги закончились? А куда делись? А что деньги Допустим, теперь ведь еще не работает абсолютно. Я ее брал именно под Реборан. Да, если вот сюда атакует, она никак не работает. Но направо зато атакует, ну... Тот, кто надо, тот, кому надо атаковать, вот. Я так и дал! Ничего! Хорошо! Какого хрена? Не понял, что так близко, ребята? Я что, ну бат, что ли? Этот Лерой, я в шоке просто! Да это должен быть, понятно, дело, что должен быть топ-1. Кстати, где раньше такие спылы-то были? Зорские спылы? Здорово, Арслан. Смотрите, недавно. Чат не пишу особо, очень интересует. Уже недели две один вопрос. Каково это тебя отвлекает, что ли? Ну, наверное, отвлекает, они специально же, ребята. Ну просто так уж вышло, что ну, в этот момент решили написать. Ну в целом победа нацелена, да. Так, ну принял хорошее решение. Жесткое решение, в принципе, подставить Лероев под кливы, чтобы, ну,
чтобы даже не было шанса, чтобы он никогда в Магмалока не влетел. Молодец. Это было волевое решение, которое как бы... которое важное. Просто это сделано, проанализировать немного ситуацию и поняв, что в прошлый раз ему повезло с ним справиться. И чтобы такой фигни снова не произошло, он решил продать все на свете. Подожди, братья, как вышло, что ты здоровье-то получил? А, ну да, все правильно, я же первого под героя ставил. Пусть рабочие чутка забафаны. Вообще можно было его, да, прозабафать. Наверное, в конце тебе был бы даже оки-доки. Я даже не знаю, кстати, это мне помогает или нет? Ну, то есть я могу их забрать, ладно, пусть будут. Я не верю, это мне в плюс играть или нет. Да блин. Блин, ничего не работает из этого прикольного. Хрень тоже нечетная стала. Ну, допустим, ладно. Так, и... Не, слушай, ладно, это Стормас. Слушай, в этот раз ты даже эта штука, то есть он клип также подставил, но... Так. И давай сюда еще. И я ему только что помог. Я ему только что помог сейчас немножко. И важно, эта штука все равно не влетает. Все, он unstoppable. Его не остановить. Сайк, он по второму кругу еще ударил. Потому что мы ему здоровье набафали, он понял, что мы здоровье набафали, он такой смотрит. Мне не надо, говорит, бить Лероя, потому что в этот раз я забафан, я могу по второму кругу снова ударить. Ну, let's go. Ну, надо было быть один раз его больше. То есть я знал, что у него жестко набафаны рыцари, и на тот момент мы были маленькие довольно. Круто, что мы с ним еще сыграли, а дальше время уже на нашей стороне работает, а дальше просто сидишь, крутишься. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.